Умные часы Samsung Galaxy Sport снова замечены в сети. Недавно умные часы Samsung Galaxy Watch, которые проходят под модельным номером SMR500, были сертифицированы Американской федеральной комиссией по связи, FCA, и Корейским национальным агентством NRAR. Теперь же скорый выход устройства подтверждает тайваньское государственное агентство NCC, National Communication Commission, которое завело на своем сайте страничку для того же самого носимого устройства с модельным номером SMR500. Напомним, умные часы Samsung Galaxy Watch проходят под модельным номером Pulse. Особенностью модели станет поддержка напоминаний Bixby, а уже следующая модель получит полную поддержку персонального помощника Samsung. Ожидается, что часы Samsung Galaxy Watch получат 4 гигабайта флеш-памяти, модули Wi-Fi BG, N, Bluetooth, GPS, GLONASS, а также NFC для бесконтактных платежей. Анонс часов ожидается на мероприятии, которое пройдет 20 февраля.